9-ында келдіңіз, 10-ында тұрдыңыз, да? 22-летняя Айнагуль Имамназарова родила 10 января в 2 часа ночи. Она утверждает, что у нее должен был родиться сын, а после родов ей выдали девочку с диагнозом порок формирования спинного мозга. При этом, по ее словам, после родов ребенка ей не показали даже на минутку. Женщина утверждает, что у нее есть заключение других врачей о том, что будет мальчик. Когда только я родила, врачи укутали его и унесли. Когда мне делали УЗИ, врачи говорили, что у меня мальчик, а после родов мне принесли девочку. Нам очень подозрительно, что они сразу же унесли ребенка. Поговорить с роженицей нам удалось только через окошко в двери. Врачи повели себя более чем странно, завидев камеру, уходили прочь, а открыть дверь категорически отказывались и на вопросы не ответили. А мне как бы кто-то сыже. А гимдачкач. Короче, закрылись. Ладно, че, рахмат сыге. Спасибо. Муж Айнагуль Имамназаровой Кутманали Мамадалиев утверждает, что беременность проходила более чем спокойно. Медики во время беременности не упоминали о каких-то проблемах, говорит молодой отец. Он не верит, что у него должна была родиться дочь. Блар баспайли даже, я не знаю, кыргызгандачок, якую тостуртур. Новорожденного должны были положить на грудь маме. Они этого не сделали. Двое закрывали обзор, а третий унес ребенка. Врачи сейчас не хотят признавать вину. Ладно, я готов пройти через ДНК-тест. Проверим и докажем. Поговорить на эту тему с акушерами не удалось, идем к главному врачу, с которой удалось побеседовать только на следующий день. Она заявила, что никакой подмены ребенка не могло быть. Роженицы сразу же не сообщили о состоянии новорожденного, чтобы ее не травмировать, объяснила главврач. Я поняла, что никакой подмены произойти не могло. В родзале одновременно находится человек 10 как минимум. Это 3 дежурных врача. 4 или 5 акушерок, 2 или 3 санитарки, плюс всегда еще присутствуют клинические ординаторы. И за 1-2 минуты такие вещи сделать это вообще нереально. Главный врач сообщила, что по тем документам, которые есть в наличии, УЗИ роженицы делали 2 раза на ранних сроках. И там не указан пол плода. Это тоже маленький срок. В такие сроки никто не может сказать пол плода. Кстати, сейчас новорожденная девочка находится в реанимации в тяжелом состоянии, но роженица стоит на своем. Это не ее ребенок. Главный врач говорит, что предложила ей за счет больницы сделать тест ДНК, но родственники сомневаются в беспристрастности кыргызских специалистов и настаивают проводить тест в России. С этим же не согласны медики. Между тем... Молодая семья уже написала заявление в правоохранительные органы и на имя руководства Минздрава. В выяснении правды они говорят, что будут идти до конца. Канат Каниметов, Бактур Сундишамбеков, Общественный первый канал.